после того, как силы протосов были побеждены, рассеянный сверхразум отправил свои рои на отдаленный пепельный мир Чар. Узнали ли эту силу? Она сильна, еще не родившись. Так как вихрь картин, струящихся из Кризалиса, только дети всей его энергии. Псионные эманации Кризалиса достигли глубин космоса и приманили к нам наших врагов. Уже сейчас мы знаем их планы. Отлично! Все сквадроны прекращают формирование и сканируют враждебные субстанции. Император Артурус верит, что там есть зерги, поэтому наша задача — уничтожить их всех. В этот раз я не потерплю осечек. Мы покажем этим созданиям, что им не спастись от власти. Привлеките на себя силы землян. Ваша задача — защитить Кризалис любой ценой. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами снова я, Дезертир, и мы продолжаем проходить эту легендарную игру. И в этот раз нам дали замечательные создания в виде муталисков аж 4 штуки, также 4 штуки гидролисков, ну и всего понемногу. Ладно, начнем строительство всего и вся. Сделаем контрольную точку. Подымем повыше наших друзей-уверсиров. Оверлордов и прочее подобное. Ладно, что у нас имеется? У нас уже имеется пул, и у нас уже имеется здание гидролисков. И мы сейчас будем производить кучу-кучу рабочих и ставить их на добычу. Вы только представляете, как пульсирует этот замечательный Кризалис. Он такой прикольный. А еще здесь есть вот они. Рогнозавры. Такие няшечки. Вы просто посмотрите на них. Они такие прикольные. Такие хорошие. Класс. Ладно. Не будем отвлекаться. Будем строить. Тем более, что денежек у нас пока не особо много. Кристаллы мы добываем относительно медленно. Но вскоре это изменится. А все потому, что у нас есть любые возможности. Давай, создавай быстрее. Нам нужно как можно шустрее развиваться. К сожалению, нам не хватит ни на одно из улучшений. Но вскоре это изменится. И вскоре все будет хорошо. Так. В принципе, минералы у нас сейчас добываются довольно-таки шустро. Вот мы сделаем еще двух рабочих. Возьму, например, тебя. И построю, не помню на какую кнопку, по-моему, на эту, да. Одну замечательную штученцию. Кстати, скоро мне потребуются оверсиры. Начнем их производство. Начнем производство оверсиров. Это важно, это нужно. Даже сделаем еще одного на всякий случай. И так как у нас идет довольно хорошая прибыль по минералам, через какое-то время я, наверное, поставлю еще одну базу. Так. Ну, пока что будем строить дополнительную защиту. И продолжать строительство остальной базы. Чем больше мы построим юнитов, тем лучше. А чем больше будет интересной защиты, тем лучше. Надо запомнить, что у нас здесь на Ю улучшение. Умрите, сволочи. Они попытались... Кого, кстати, они попытались атаковать-то... Видать, вот этого бедного гидролиска. Точнее, почему гидролиска, если это мута? Ну, окей. А
Ладно, подведем вот сюда нашу гидру. У нас еще два рабочих пришло. Еще три рабочих строятся. Наконец-то мы можем построить нашу хату. А нашу хату здесь ее нигде не построить, только вот тут. Ближе, к сожалению, никак. К сожалению, ближе никак. Ты же у нас будешь строить экстрактор. Продолжаем пока что добычу с помощью горстки рабочих. Подстраиваем их. Как только, так сразу. Вы мне нужны здесь, ребята. Вы мне нужны в экстракторе. Хотя на самом деле, ну ладно, неважно. Я думаю, что хватит на самом деле рабочих, и нужно будет сейчас построить эволюшн как минимум, потому что скоро мы будем эволюционировать, и, в общем-то, надо этим заниматься, пока есть возможность. Пока у нас есть наши замечательные ребятки. Сейчас газ будет добываться отсюда быстрее, по идее. Плюс у нас появится дополнительное здание для постройки. Что не может быть незамечательно. Так, отлично. Улучшаем нашу гидру немножечко. Здесь пока мы не можем построить, так как нету логова. Мутируем в логово, значится. И сразу делаем еще рабочих. Зачем нам здесь рабочие? Ну, сейчас увидите. Также делаем... вот этих ребят. И спауним их вот в эту же точку. Вот у нас рабочие. С их помощью мы, во-первых, построим еще плеточек. Ну, скажем так, хоть это и не совсем плетки. И мне нужно еще один антисек эволюции. Так, скоро ты там в логово мутируешь. Да, уже вот-вот. И построить шпиль. Построить шпиль, который мне очень хорошо пригодится. Просто замечательно. Все просто замечательно. Так, шпиль можно строить, да? Отлично. Шпиль мы ставим. И заказываем оверов, которых отправляем вот в эту сторону. Так, здесь тем временем... Где у нас? Увеличивает дальность видимости, ускоряет движение владык. Да, с веспеном у меня, конечно, проблемки. Дальность видимости... Я думаю, сейчас мы сделаем. Владыки у нас полетят вперед. Отлично. И теперь можно всех высаживать вот сюда. Здесь тоже делаем. Высаживаем вот сюда. И давайте сделаем массу зергов. Зерглингов меленьких, хорошеньких. Сделаем улучшение им на ножки. Дабы они быстрее бегали. У нас почти достраивается шпиль. Собственно, что я хочу сейчас сделать. Вот эти массы зерлингов я сейчас пущу вот сюда. Сюда вот. И пошлю на уничтожение. Потому что, насколько мне изменяет память, здесь полно народу. Отлично, зерлинги с этим справляются. Собственно, они справились с этим. Теперь ту гидру, которую мы имеем, мы можем отправить вот сюда. Зерлингов
отправить вот сюда. Часть стоят. И нам нужно построить... Отлично, эволюция завершена. Нам нужно построить хату. Строим хату. Будем сейчас добывать с нее. Знаете, даже... Строим сразу вторую. Да. Строим сразу вторую. Построим и здесь, неважно. И мне нужна... Мне нужна ускоренность передвижения. Также в идеале... Еще кое-что, но об этом чуть позже. Так, удлиняем атаку гидры. В идеале бы еще собрать воздух, но... тут отдельная тема. Так, БЕ-экстрактор. Сразу же будем потом заказывать остальных ребят. Пока что заказываем... Кого мы там можем заказать-то? Ну, в принципе, гидру мы закажем. Да, гидру мы можем заказать. Перемещаем ее пока вот сюда. В принципе, это тоже все сюда. Тоже хватает. Отлично. 3 яйца у нас получается. Сейчас мы все это сделаем. Так, здесь экстрактор построился. Здесь экстрактор построился, значит, мы можем... На этого газовика, конечно, отправлять зерлингов не очень хорошая идея, затея и так далее, но... Ладно, сойдет. Сойдет. Мы сейчас отправляем наших ребят наверх. Они будут идти, я их, думаю, перехвачу. Они как раз куда-нибудь вот сюда придут. Мы с вами перехватим. Вот они выбрались. Раз, два, на газ. Ты на минералы. Вы, троица, тоже на минералы. В принципе, думаю, сойдет. Так, что у нас есть здесь? Все мы высылаем вот сюда. И сейчас мы проверим, что есть у нашего врага. Что у него на базе, что у него без базы. Посмотрим, что у нас выйдет. Надеюсь, у меня выйдет достаточное количество лингов. Которых мы объединим в отряды. Куча лингов у нас понабежала. Замечательные линги. Так, сделаем из них отряд. Чуть-чуть опустим. Сделаем второй отряд. Ну, нормально, ладно. И посылаем смотреть, что у нас здесь. Понятно. Очень хреново. У них здесь установлены танки. Наши линги здесь не пройдут. И это очень-очень плохо. Это очень-очень-очень плохо. Значит, нам нужно что-то другое. Не через лингов. Хотя, стоп, мне мешки, в принципе, особо не пригодятся. Так, давайте делать тогда по-другому. Берем муту. Делаем муту. Делаем гидру. Накапливаем минералы и делаем улучшение на воздух. Здесь у нас второй уровень получается. Все, 150 минералов нам накопит. Я думаю, вот здесь быстрее накопится. У нас довольно шустрые теперь реверсиры. Так, глянем, что у нас вот здесь. На гасике. Здесь у нас один танк, немножко маринесов. И я думаю, что там можно сделать через воздух. Да, там можно сделать, в принципе, все это дело через воздух. Главное, законтролить.
Главное все это дело законтролить, но это будет уже чуть сложнее сделать. Тем не менее, возможно. Ладно, строим. Строим гидру. О-о-о-о-о. Как-то здесь мне не очень нравится, как все это атакуется. Вижу, ну, гидры, в принципе, большой, но не то чтобы сильно. Блин, бункер довольно жирный, честно говоря. Да и танк, собственно, тоже. Так, нам не нужно, чтобы у врага был воздух. Поэтому нужно его уничтожить как можно шустрее. Отводим муту, отводим. Хотя бы одну спасаем. Хорошо. А, так, давайте пока построим еще муты. Там очень много маринада, и мне это не очень нравится. А, я думаю, что надо аккуратно выдвигаться по вот этому краю. И это, наверное, будет правильное решение. А, попутно, как только достроится, надо построить вот этих ребят. Как я уже сказал, выдвинуть гидру вот сюда. Блин, жестко, конечно, то, что он их поцает, так ни хреново. Ну, вроде часть войск я отвел. Ладно. Хорошо. А, так, теперь этого овера перемещаем вот сюда. Мне нужно знать, что у них там находится. Я здесь появилось немножечко муты. Построили пару слепней на всякий случай. Хотя слепни на самом деле нам здесь особо не пригодятся, но мало ли. Подстраиваем еще больше наших друзей. Подстраиваем скорость для гидры. Подстраиваем атаку для наших других видов войск. Так, ты и ты атакуем. Еще одна гидра осталась, тоже атакуем. Не толпимся, ребята, не толпимся. Так, в базе все вроде пока нормально. Быстрее, гидра, быстрее! Где у нас был воздух? Где у нас был воздух? Ой-ой-ой-ой. Давайте, танки, что вы? Что, кого вы боитесь, а? Танки! Вот сволочизм-то, а? И разложились там, главное, засранцы. Хорошо, хорошо. Мне нужно как-то уничтожить некоторые танки, но как бы мне это так аккуратненько сделать, чтобы не повредить, скажем так, колонии. Стоит выходить все-таки через гидру, лично мое мнение. Что у нас там получается? Ой-ой-ой. Гидра у меня малость отхватывает. По самому краю надо как-нибудь ее провести, но я честно не знаю, как это у меня получится.
перестраиваем всех на гидру. Потому что мута нам здесь не особо нужна. Ой, пещера гидра... Пещера гидралисков, зачем ты мне нужна? Ну, здесь разложился танк, надо его снять. Отлично. А, так, теперь все-таки строим. Необходимо больше минералов. Хреново. Получается, если у меня сейчас не хватит войск, у меня будут некоторые проблемы. Ну, для того, чтобы у меня войск хватило, мне нужно пару рабочих отправить вот сюда. А куда ты идешь, гидра долбанутая? Давай, давай, иди сюда. Так, нельзя муту терять до конца. Нет, мута, нет, 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 мута. Ладно, пофиг. Отходим. Так, что у нас здесь можешь построить? Так, БХ, хата. Хата, 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 хата. Надо оборонять хату. Ну, добей. Да, отлично. Добили танк. А, не даем. Где у меня мута была здесь? Здесь же была, должна быть мута где-то. Вот у меня мута, пусть ее немножко, но она будет прикрывать хату. Мута будет прикрывать хату. Мне нужно больше, больше минералов. Больше минералов, больше, больше, больше. Отлично. А, так, я не рискну нападать на них впрямую, потому что просто не рискну. Потому что это не имеет смысла особого. Просто меня сейчас печалит, как у меня могут умереть рабочие. Охреневший совсем Марин, правда говоря. Так, да я надеюсь, они сейчас не умрут от танка. Где выстрел от танка? А, видимо, танк как-то решил в меня особо не стрелять. Хорошо. Почему рабочие дошли сюда, а не сюда, непонятно, но окей. Да пусть добывают минералы, с газом у меня проблем вообще никаких нет. Что там опять? Мне бы как-нибудь просветить бы, если честно. Ну окей. Так, надо будет подстроить сейчас кого-нибудь полезного. А, серьезно? Что, у меня все минералы исчезли? А хрен их, походу, знает, куда они там исчезли. Ну окей. Серьезно, я мутировал в логово? Рили? Я еще думаю, куда у меня, главное, все минералы исчезли? Боже ты мой. Нам нужно больше малявок. Нам нужно как можно больше малявок. Газа осталось 400. С газа... Мне уже, как я сказал, толку особого нету. Давайте газ будем... Прекратим пока добычу газа. Будем добывать важные мне минералы.
Ну ты офигевший. Где у нас там эта фигня? Часть строит. Хотя, чтобы он совсем не борзел, я думаю, надо будет его сейчас убить. Ты совсем офигевший какой-то. Так, ладно, минералы у нас добываются. Так, мы делаем БЗ. Ой, нет, что-то я не то нажал. Не понял. А, точно, я забыл, что здесь нету Б. Окей. Делаем подстройку малявок. Малявки, конечно, будут разбираться как нефиг нафиг, но они будут танковать хотя бы какое-то время. Мне нужно дважды построить малявок. И выделить их в один отряд такой специальный. Специализированный, так сказать. Я думаю, сюда нормально, если я их пошлю. Все хорошо будет. Так. С газом у нас все просто шикарно, а вот, как я уже сказал, с минералами все не очень хорошо. Это меня, если честно, немножко напрягает. И вообще, что-то как-то очень долго прохожу эту миссию гребаную. Как много малявок дошло. Боже ты мой. Охренеть, там просто танки все вообще разбирают. Куда ты одна-то полетела, ё-моё? Психотошная, что ли? Ладно. Жестко, конечно, танки атакуют очень жестко. Ладно, минералы кое-как добываются, и то хорошо. Что значит, ты не можешь здесь построить? А, блин, хорош мне мешать здесь строить малявки. Серьезно, вы так и будете мне мешать? Ладно, построим чуть ниже. Так. Нам нужно сделать, чтобы нас мута не разваливалась. Отводим муту. Уфигариваем танк. Уфигариваем маринов. Уфигариваем еще муту. Мутой. Мутима. Добейте вы его, отлично. Так. Thank you.
Подкапливаем опять муту, опять атакуем муту, и опять подкапливаем, опять атакуем. Подкопили, полечились. Все хорошо. Почему я нажимаю на мут, она мне нифига не выделяется. Все хреново. Честно говоря, все как-то немножко хреново. Сейчас вот выйдет мута, и мы пойдем опять харасить. Потихонечку. Так, что-то мне совсем не нравится, как это здесь происходит. Вообще гидрат будет атакована, но зато мы развалим к фигам это все остальное. Здесь, наверное, вообще разложились танки офигевшие. Ибо нефиг. Отлично. Так, еще мута. Отводим, атакуем, и, в общем, все делаем как надо. Ибо нефиг, как говорится. Еще вы давайте тоже. С личинками и без. Так, мута. В два отряда мне нужно сделать. Что там атакуется-то? Ёперс это. Да убейте вы его уже. Просто в ничто. Замечательно. Мне нравится. Так. Ты, пожалуйста, отойди. Вы, пожалуйста, тоже отойдите. Хотя зачем мне здесь слепни? Я случайно промахиваюсь по слепням. Да слепень, уйди ты, ё-моё. Что там опять атакуют? Да убейте вы его. Сколько вам раз повторять. А так. Все, отлично. На циферку 2. И атакуем. Все муты, которые у меня сейчас есть. По идее, должны заминусовать. По идее, все этой муты должно хватить. Но на всякий случай подстроим еще. Как мы видим, муты в принципе хватает. Остальную муту посылаем на убой.
Главными же отрядами полномерно уничтожаем все остальное. Отлично. Отступаем. Остановись, мозг. Не слушай. Мозг, ты должен остановиться и переместить Кризалис в более безопасное место. С войсками землян все будет улажено. Победу, дорогие мои друзья. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока.